Свои предложения на мини-ярмарке вакансий представили 11 предприятий района из разных сфер деятельности – от строительства и торговли до сельского хозяйства. Спектр профессий широкий. Работа как для квалифицированных специалистов, так и для тех, у кого нет профильного образования. Также любой желающий мог напрямую узнать, подходит ли его профессия для той или иной организации. Мы постоянно приглашаем на ярмарку вакансий такие предприятия, как «Шахта Спецстрой», «Посад», «ЛМЗ Универсал». Также у нас всегда предприятия сферы торговли присутствуют, управление сельского хозяйства. Наиболее востребованные профессии в сфере строительства – это каменщики, маляры-штукатуры, бетонщики. В сфере торговли – это продавцы, повара, кондитеры. Также востребованы очень у нас швеи. В зале не так многолюдно. Кто-то подыскивает себе вакансии с монитора-информатора, кто-то изучает тематические стенды. Об имеющихся рабочих местах, условиях труда и оплате рассказали представители стройтреста номер 3 Ордена Октябрьской революции. У нас заявочки есть. Плотники, бетонщики, каменщики, подсобные рабочие. У нас работы очень много. У нас сейчас происходит реконструкция гостиницы «Олеся», видели в центре города. Объем работ достаточно. Средняя заработная плата у нас дельно-премиальная от 450, то есть до 1000. Как человек отработал, то он и получит. Специалисты помогают грамотно составить резюме, поэтому соискателям лучше иметь при себе все необходимые документы. Тем более, что специальностей много и есть из чего выбрать. А при необходимости можно пройти переобучение. Монтажники, пескоструйщики, плотники-бетонщики, вот, оператор станков с программным управлением нужен. Смотрим людей, какие есть, какие корочки у них, кто подходит нам. При собеседовании смотрим, разговариваем с людьми. Должны быть свидетельства, что по такому-то разряду человек работает. Навыки, ну, минимальные навыки хотя бы, чтобы знали, как работать. Вот. На высоте у нас опасные условия, и на высоте, и подземные условия могут быть, и командировки ночные. Вот. Поэтому требования большие. На ярмарке вакансий взаимный интерес. Одни ищут привлекательную работу, другие – толковых сотрудников. Поэтому ярмарка вакансий – хорошая возможность лично пообщаться с работодателем и пройти предварительное собеседование.